Ух, черт, этих драконов! Смотрите, какая у меня курочка! Жопу драконов куры рулят! Если была курица, да, но мы ее съели в голодный год. Рекомендую вам отличный канал Дефа. На его канале вы сможете найти очень крутые серии по Skywars, Bed Wars и другим мини-играм в Майнкрафте. Ссылка будет в описании и на экране. Приятного вам просмотра. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафте. Сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребята, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать на всех наших видео, то тем больше серий «Кто твой папочка» мы продолжим записывать вот таким составом. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все будут в описании. И, ребята, не забывайте писать свои комментарии, в комментариях писать свои идеи для следующих серий по «Кто твой папочка». И давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Папа, мы тут же... Тихо! У меня телепердакция, моя любимая дочка, не мешай. Папа, ну выслушай, сыночка, ну пожалуйста. Мы с Женечкой подумали и решили то, что мы хотим отправиться в путешествие. Там, да, шашлычки, башлычки, пивасик с папашей. Я, конечно, знаю одно очень страшное место, да. Там говорят, что водились по мифам драконы. Вот, ну там детям не место, и там очень сильно холодно. Ну пожалуйста! Ну, папа, Эдички! Ну ладно, если вы так просите, конечно, вы уже взрослый, да, Эдичка подрос, я уже вижу, да? Вообще, вот смотри, ой, большой, смотри. А ну, Эдичка, хлебни пиво. Давай, где? Чербани. Откуда? Пива нет! Почки прям, давай дряхни! Я могу выпить! Да ладно, уже взрослый. Мне нормально, мне нравится. Вперёд! Пойдёмте. Ура! Пошли. Вперёд. О этой горе ходит очень много мифов. Она очень страшная, здесь погибл не один человек. Не, много людей погибло. Погибло, папа. Женечка, не смейся, уже. Папа, у меня же просто драконий язык знает, Хорошо, а, точно, да. Просто я очень много выпил пива дома, и поэтому немножечко не то, понимаете? О, это страшная история, здесь смеяться нельзя, понятно? Я понимаю. Я рассказываю историю. Вот. Также, по мифам, по легендам, тут рассказывают, что когда-то здесь жили драконы. И они говорят, погибли, что они, да, до сих пор здесь остались. Они погибли? Они не погибли. Папа, так может не будет отправляться на гору, раз там дракон еще может быть. Что большой. А, ну да, Да, пиво, да, дракон. Я защищу вас обоих. Что, потом полетим? Но прежде чем нам пойти на гору, нам нужно выспаться. Поэтому давай, вперёд. Да, конечно, ложимся. Просыпайтесь, господа. Ну что, папа, отправляемся в поход? Ура, ура, вперёд, побежали. Одеваемся. Амуниция специальная. Берёт капот для того, что если мы встретим медведя, нужно будет ему выколоть глаз, и нас не видит. Смотри на Эдичка, он такой милый. Такой милый Эдичка. Ну, нужно, Эдичка, перестань. Вперёд. Быстрее. Упал. Ай, подождите меня. Вот реально опасная гора, нафиг. Что это? Ест меня. Дракон. Он не умер! Бейте этого дракона! У меня кусочек! Убейте его! Папа, ты наш герой, папа. Я умер! Умер, борясь за жизнь своих детей. Побежали дальше. А что? Кто? Подожди, Эдичка, подождите меня! Жень, давай руку! Дай руку! Я даю руку! А... Эдичка, бегу! Слушай, а может мы передумаем подниматься, да, раз мне тут детеныша дракона? Эдичка, будет сверху? Да не ссы, на, это был случайно. Женечка, дай мне, Женечка. Да. Там есть патроны. А он улетел! Идите, ёханы бабаханы, нет там патронов, ты маленький. Вперёд, ура, забегай, забираемся. Высокая гора. А как гора называется, папа? Гора называется Эверест, наверное. Ой, а это что такое? О, смотрите, тут какой-то паркур. А я папа лох, объелся в лох. Папа магией владеет, не бегай. Помогите! Кто, Женечка, лох? Помогите! Давай,
потолки, потолки. Папа, руку! Руку. А папа дебил. Папа у нас дебил. Сдохли, да, через 3 дня. Я вам накидаю тут еды и оставлю. До свидания. Знаешь, какой у меня папа, Женечка, видишь? Никому такого не советую. Я-то выбралась. Драконы! А папа, смотри! А если мы приручим одного из них? Лошадь! Лошадь! Я села на дракона! Лошадь-дракон, пони, нифига себе! Я тоже хочу одного, я тоже хочу одного! Садись, Сенечка, садись! Я вот этого хочу! А, я его ударил случайно! А, помогаем Эдичке! Бьем по... Эдичку атакуют! Бейте! Рад, рад, запай! Я улетаю! Пока! Помогите! Где мой пони? Где мой? Какой? Вот, вот я этого хочу. Так. Где мой пони? Пони потерялся. Мы убили случайно. Бедный пони, бедный пони. А вот, я нашла твоего пони, вот он. Подождите, я выпал. Эдичка, подожди папочку. А как мне теперь найти пони? Ютичка, вы можете меня спасти? О, папа, мамочка, Эдичка. Папочка, используйте магию и телепортируйся ко мне. Я перетелепортировался, пони мой, где? Еще раз телепортируйся. Вперед, полетели! Полетели! Пока я не погибл. Пока не погибл. Куда дальше лететь, не понимаю. Я тоже ничего не вижу. Куда? Туман, ничего не видно. Туман. Туман. Ослепла. Куда лететь? Вижу, за мной, за мной. За мной мои друзья и братья, и папочка, Эдички, и мой парень. Вперед. Давай, Эдичка, веди. Только я первый полечу. Только туман как-то не прекращается. Туман прям... Вперед. О, я вижу следующий чекпоинт. Давай. Где? Не вижу ничего. Что это за странные лучи? Кто их сделал? Я вижу. Это финиш. Финиш. Какой финиш? Тут еще чекпоинт. Это вот. Финиш. Я лечу к финишу. Ничего не вижу. Я лечу к финишу. И Женечка занимает первое место. Какой финиш? А, вот вижу. Я первая. О чем вообще? А я первая. Как он просто сюда летит? Помогите, где вы? Непослушный какой-то. Папа, смотри, что он делает, смотри, что он делает. Ну что? А, он меня сбрасывает, дракон сбрасывает меня. Меня сбрасывает. То есть, что он меня сбросил над какой-то рекой. Здесь можно пожарить шашлыки и поесть тортец. О, давайте. Шашлыки. Рыбу нужно пожарить, давайте рыбу пожарим. О, картофанчик, папа, ты мать. А что с папой? Смотрите! Себе нового друга. Ну к черту этих драконов! Смотрите, какая у меня курочка! В жопу драконов куры рулят! У меня как-то была курица, да, но мы ее съели в голодный год. Куда ты? Прикольно! Побежали! Да. Наверх побежали! Наверх шашечки не пожарили. Папа, давай сюда. Да, давай шашечки. Может, бульон захомячим? Бульон? Точняк. 3 кастрюли получится. Давайте из куриц бульон сделаем. А чего еще бульон делать, Женечка? Не знаю. Вот, давайте, курица, я ее жгу. Жги. Стой там. Вот, смотри, курица уже приготовлена. Вот, смотри. Держи, Женечка. Приготовить? Вот. Моя курочка. Вкусно. Знаете, что я подумал? Папа, Женечка, в жопу эти приключения, как-то все слишком опасно. Согласны. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании. Да, ребята, как обычно, не забываем подписываться на все наши каналы. Ссылочки будут в описании. И, ребята, не забывайте писать ваши комментарии. Мы читаем абсолютно все комментарии. На самые интересные мы отвечаем. Также, ребята, можете предлагать свои идеи для серии. Кто? Папочка в комментариях. Ну? Эдичка. Ну продолжай. Я сказал все. А, моя очередь. Значит, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Всем пока! Всем пока, ребята.